Почему меня так не промоутит? Давайте запишем. Я сейчас даже микрофон потише сделаю. Привет, соседи! Выигрыш 2000 рублей. И все сабы получат 4, ну, 4x лака. То есть сабы с 4... Короче, в 4 раза больше у них шанс выиграть. Ну и, соответственно, в 4 раза больше у них будет пися. Потому что, ну, все сабы мои, они как бы... Им в жути вжухать надо, чтобы у них пися всегда стояла и женщины водились с грудями. В смысле два иероглифа? Но он мне показывает два иероглифа. Лютики по сравнению с этим, они просто отдыхают. Вот сейчас ваши уши завянут. Я предупреждаю. Можете сейчас выключить звук. Я дам какой-нибудь знак, когда эта песня закончится. Вот, но тем не менее, я вас предупредила. Потом не нужно кричать «Аляша, что за хуйня?» У меня уши отвалились, уши закровоточили. Все, больше не принимаю такие отмазки. Я вас предупредила, можете выключить звук. Короче, один мужик, я ждала автобус, а я поехала на работу не накрашенной. Это еще зима была, я в пуховике каком-то. А, я рюкзак с собой еще взяла. И он такой говорит, типа, куда поступать будешь? Я даже сначала не одуплила, так я типа, чего? Он говорит, типа, ну ты же выпускница. Я говорю, здрасте, дядя, мне 23 года. Вот. Он такой, типа, да? А выглядишь лет на... 15 или 16? А ты знаешь, как бы, типа... Господи, как же он сказал? Что-то типа... Короче, это просто треугольник был. Вот. От него, значит, отходят две ниточки такие. Вот. И вот в разрез вашей, так сказать, булочки, вот между вашими булочками, там тоже была просто нитка. То есть это треугольник и три блядские нитки. И все. Понимаешь? И все. И это как бы называется труханами в Китае, если что. Если вдруг вы еще не осознали. Потому что я знаю, что как только я зайду в Хардстоун, за моей щекой появится сначала один хер, потом другой хер. И вот так вот придется сидеть весь стрим. Вот, а так неудобно разговаривать, когда у тебя пенисы за щеками, типа... Я целый день ходил на вопросы, которые хотел себе задать. Не видел твое лицо и все забыл. Как там в жути жив? В жути? Да, он, кстати, все еще... Аляша, ты после этого самого поход к врачу оплатишь? К венерологу-то? У Дашки все там стерильно. Не спрашивай, откуда я знаю. Может, тряпку разыграть? Нет, и чё? Она слишком дорогая. Ближе! Ближе! Еще! Он здесь сидит и охуевает с того, что происходит. Здорово! Блин, солнце выглянуло, и я теперь реально как в раю. Я много что могу делать своим горлом. Сейчас бы меня Олей называть. Зачем? Я никогда, кстати, вот реально не понимала, после выхода того видео, меня почему-то все просят сделать вот так. Я не понимаю, зачем? Что вам даст видение того, что я умею делать вот так? Это странно, ребят. Здорово, меня зовут Аляша, мне 24. Где-то я в жизни свернула не туда. Хочу стрим на рунетках, как старый добрый. Ну, знаешь, когда я была молода, я могла еще постримить на рунетках. Знаешь, когда там сиськи не обвисли до пупка, и их не пришлось, знаешь, вот так вот надеваешь лифчик, и потом... И давай запихивай.
Вот. Жопа, когда тоже не стала целлюлитной, поэтому раньше можно было. Короче, я им звоню. Говорю, типа, вот так и так, номера посылок такие-то. Блять, они у вас, а по трек-коду они уже с 27 мая там лежат. Вот. Они говорят, нет, они к нам не приходили. Я говорю, блять, в смысле, у вас на сайте написано, где мои посылки. В общем, короче, там, понимаете, там один косплей, он типа с очень короткой юбкой, я не знаю, вот с такой, наверное. Вот. Мне просто кажется, что они взяли и забрали себе, и сидят там вот эти вот жирные бабищи вот в моей юбочке и радуются жизни. Что за армия утят? Welcome to the Aliasha stream. Огурцы еще есть. А, кстати, не огурцы, норм, кстати. Согласна. Только, знаете, мне не очень нравится вот... огурцы, они, в принципе, есть разные. И за счет их разнообразия у них разный вкус. Вот есть, например, коротенькие с пупырышком, а есть длинные и гладенькие. Вот мне нравятся длинные и гладенькие, которые... Это как стример Шкарина номер 2. Вот кто-нибудь может вообще пояснить за шмот? Чем мы похожи? Тем, что я тоже ругаюсь матом. Блять, давайте я вам открою секрет. Процентов 60 людей ругаются матом постоянно. Другие процентов 30 ругаются, но скрывают это. И вот только процентов 10 не ругаются матом вообще. Так что нехуй тут строить из себя святых. Вы, знаете ли, тоже сидите на стриме у Аляши, и вас это почему-то не слышали. Не, вам не будет видно, но здесь, короче, пиздец светло. Смотрите, я Сильвана! Здорово, ребят, я Сильвана! В чем проблема замутить? Ну, например, в том, что я не хочу с тобой мутить. Это первое. Второе, понимаешь, мы не подходим по гороскопу. Третье, моя мама против. Четвертое, моя вагина против. Пятое, о, смотри, какой красивый закат. Природа, конечно, восхитительна.